Добрый день. Итак, мы с вами посмотрим, что же хорошего у вас будет в течение этих 2 дней. У нас будет летнее солнцестояние 21 числа, и как-то сегодня по совету дня в Инстаграме я захотела вот это посмотреть. Так, ну что хочется сказать, я достала 4 колоды. Я не знаю еще, как я буду смотреть, но я вижу, что здесь у некоторых будут вопросы личного характера, о присутствии третьего, даже четвертого человека, то есть вопросы взаимоотношений, о том, что достаточно было как женских, так и мужских печалей, ну и большинство публики будет смотреть именно девочки. Итак, возьмем сначала... Не знаю, стоит ли отодвигать, я не знаю. Вот у меня чисто по-домашнему я решила снять видео, да. Пока я тут снимала, у меня эта палка, которая держит телефон, упала. Итак, совет по тем, кто выбрал первую колоду, да. Остальные я сдвинула, я не знаю, мне как-то это мешает. Итак, что было? Берем простой расклад. Что было, что сейчас, что обрадует в течение 2 дней. Ну, смотрите, вот первично на обороте была карта пятерка кубков. Вы видели это, когда колода была вот так повернута, да, рубашка. Ну, не рубашка вверх, вот рубашка вниз. У нас здесь сейчас тоска и некое погружение в мысли. Знаете, скорее эти погружения в воспоминания. Воспоминания о том, как вам было хорошо. И вы живете довольно-таки продолжительное время этими воспоминаниями. А что у вас было? Вообще-то у вас и не было все прям прекрасно. Это насчет личных отношений. Вы давали себя обижать, вы были в состоянии, когда вы помогаете больше даже, чем вы могли. И очень часто все равно вы оставались одиноки, вы чувствовали вот это чувство одиночества. Хотелось, чтобы кто-то приласкал, понял, приласкал и физически, понял и душевное ваше состояние. В общем, вы хотели бы, чтобы вы не чувствовали себя настолько одиноко, насколько это и есть на самом деле. Так, сейчас эти колоды отодвину пока в стороночку. А почему это произошло? Вроде бы у вас семья большая, и вроде бы, да даже не вроде бы, а наверняка, вы не один в семье. У вас есть такая хорошая поддержка, но очень часто вы чувствовали себя одиноко. И такое складывается впечатление, что вы живете в прошлом. Вы и в прошлом, например, вот год назад, и сейчас вы все-таки вспоминаете прошлое, из-за этого вы не можете жить настоящим. В настоящем у вас очень часто грусть, и вы что делаете? Вы это прячете, вы это не показываете, потому что у вас есть какое-то желание, которое, ну, как-то вот не исполнилось. Оно как будто не исполнилось, вы его спрятали, старайтесь уже не показывать, не говорить об этой боли, но оно связано с человеком, который очень вам был близок. Может быть, духовно вы считали, что этот человек богат, где-то как будто бы, знаете, на другой планете живет, не похож ни на кого. Но тем не менее, он был вам родной. Скорее всего, этот человек живет сейчас не рядом с вами, где-то за водой, да, там, где море, может быть, вот так вот. Этот человек думает о вас, но думает, что вы к нему ничего не чувствуете, но, между прочим, тоже так же вспоминает. Итак, мы смотрим на 2 дня. Эти 2 дня будут изменения, причем вы это можете почувствовать в виде спокойствия и гармонии. И знаете, вам будут сейчас вот
как бы я сказала, да, увеличен трафик мужского внимания. Но вы, вот смотрите, вот здесь этот король, здесь вы все равно посылаете ему потоки энергии, потоки любви. Поток вот вашей вот этой вот, знаете, вот здесь как вот музыкальная чаша, да, чаша, вводите поющие в чаши. Знаете, вы очень чувствуете, и он вас, и вы его. У него сейчас, я бы не сказала, что проблемы, просто другая жизнь. Но вы однозначно будете слышать о нем и даже его увидите, но когда у вас будет другая жизнь с другим человеком. Вот он уже вот-вот, он с вами рядом. Человек очень сильный, очень достойный. И эти дни, вот эти 2 дня, у вас будет спокойствие. Вот, может быть, вы не знаете почему. Может быть, вы посмотрите видео не сегодня, а посмотрите видео через неделю, через 2 недели, через 3 недели. Но знаете, что вы попали вот в этот вот пик, когда будет летнее солнцестояние. И то, что рядом с вами, вам это не кажется. Человек как бы не ваш. Но придет более сильный человек. Вы как девушка, которая умеет, любит и понимает вкус. Вкус в стиле, в еде, в одежде. Вы мягкая, вы на самом деле утонченная. Может быть, вы что-то надумали, что вы слишком такая мужественная. И у вас все уже, скорее всего, кончено и ничего не будет. Но у вас будет, во-первых, с того момента, как вы нашли это видео, в течение 2 дней у вас будет сразу спокойствие, и вы действительно обратите внимание, что у вас увеличился трафик звонков и поступков. И когда вы уже будете в паре с человеком, который ваш, а у вас будет ваш человек, у вас будут более эмоциональные отношения, вы не будете что-то прятать друг от друга, даже словесно, вы будете выпаливать, говорить, и вы будете как бы дополнять друг друга. Так вот, когда вы будете уже с этим человеком, этот человек появится. Появится для самого себя. Он уже сейчас, в данный момент, в настоящее время, вот эта линия в настоящее время, это вообще хороший, простой цыганский расклад, он показывает прошлое, настоящее и будущее. И вот это в настоящее время он уже мыслями рядом с вами, и он жалеет, что где-то вас упустил. Поэтому вы его увидите, но увидите только тогда, когда будете с этим человеком. Рядом у нас попала белая карта. Она показывает, что вот эта встреча и вот эти отношения, они будут судьбоносные. Поэтому погружайтесь в то, куда вы погружаетесь сейчас. Вы не утонете. Вас просто разделяют дороги, разделяет мировоззрение. Но у вас есть нечто общее. Возможно, это дети, возможно, это общий ребенок. Но этот человек, он не то, что он должен получить урок. Складывается впечатление, что вы его как бы сами проучили. Вот вы ожидали некое другое действие, получили совсем другое. Итак, это то, что касается по этой колоде. Можете написать, как оно срезонировало с вами, но по-любому есть. Мои расклады, они обыгрываются именно не по времени, а по пространству. Так, поэтому он будет актуален, несмотря на то, что вы его не сегодня посмотрите, а тогда, когда вы найдете видео. Итак, по цыганскому оракулу. Такая вот маленькая, да, колода. Что у вас было? Что у вас сейчас? Что у вас будет? Вообще-то в этом раскладе карты берутся не по одной, а веером, но сейчас у нас более широкая публика, да, и лучше здесь по одной вытаскивать, потому что бывает одна карта много скажет. Так, ну что, у вас, вот как уже видно, у вас будут хорошие деньги вообще-то.
они у вас будут, вы заработаете, либо вы сейчас вкладываетесь в какое-то обучение, и вы хорошо заработаете. Что у вас было? Практически у вас был развал. Развал вашей жизни. Настолько была боль сильна, что вы чувствовали себя потерянной. Я бы сказала, что вы потеряли близкого человека. Человека либо это духовного, но я бы сказала, что он вам не духовный, скорее всего, близкий человек, кто-то из родственников. Вы не ожидали, что будет так, но это случилось. Это у вас было, и оно у вас как-то вот прямо запечаталось в вашей жизни. Вы очень с большим раненым сердцем. То есть невосполнимая потеря. Я не могу сказать, что когда мы теряем близкого человека, это мы можем встать, пойти дальше. Конечно, нет. Что у вас сейчас? У вас сейчас, в принципе, дела неплохо, но вот эта потеря у вас не восполнилась никем. Вы погружены в свою жизнь, конечно, и в жизнь больше окружающих и друзей. Вы делаете добрые поступки, кому-то помогаете, кому-то советуете. Ваши советы неизвестно куда приведут, но обязательно к чему-то хорошему. Вы в это верите, потому что, в принципе, вы добрый человек. И советы у вас такие, что человек, услышав вас, он хочет действовать. Дальше у вас какое-то есть обновление, новое какое-то окружение. С уходом этого человека у вас поменялось и окружение тоже. Вы перестали общаться с теми, с кем раньше общались. И у вас новая компания сейчас. Далее у нас здесь что будет? Вам будет признаваться в любви. Захочет человек претендовать действительно на вашу руку и сердце. И будет стучаться к вам в сердце. Человек, причем их двое, не один. Один в полном отчаянии. Так, другой. А другой не будет терять надежду. Он уже есть в вашем обществе, он вас уже наблюдает, вы ему очень нравитесь, и он вам будет признаваться в любви. Сначала будет легкое ухаживание, но потом будет человек такой настойчиво маячить, вас будет это раздражать, вы будете проявлять непомерную гордость, как бы это будет смотреться, что вы слишком гордая, неприступная, либо он вас не заслуживает. Но это не так, просто у вас сердце не раскрыто. Знаете, вот такая потеря была, что вы думаете, что лучше быть одной, чем еще раз почувствовать чувство потери. Вы не позволяете себя любить. Поэтому моя рекомендация вам, как вот знаете, как учебник истории. А это одна страница жизни, за ней следующая. Но мы все-таки пришли сюда жить, радоваться, любить и вновь и вновь возрождаться. Тем более вы доставляете и эстетически, и духовно красоту. Вы можете дать не то что услугу человеку, вы сами можете быть счастливой. Поэтому вот в ближайшее время у вас будут хорошая прибыль, деньги, и это будет точно. Поэтому не замыкайтесь, иначе, знаете, как, ну, неинтересно. А с кем вам будет делиться? Это просто неинтересно. Так, давайте возьмем следующую колоду. Эта колода привлекла меня, «Стражение судеб». Она такая любовно-тематическая и показала сразу месть. По этой вот карте кто-то озлобился. Давайте, она уже растасована, поэтому просто достанем, что было.
что в настоящий момент что будет. Так, ну что хочу вам сказать, что было. Вы знаете, у вас были очень непреодолимые трудности. Можно сказать, они связаны подстава, нищета, страх бедности, страх того, что вы не знали, как поступить в каких-то ситуациях. Знаете, вот как свести, может быть, концы с концами. Вот как будто у вас есть человек, у вас был человек и сейчас есть, о котором нужно заботиться. Причем у вас похожая ситуация была по роду. Там у бабушки, у дедушки кто-то остался, возможно, с одним ребенком на руках, либо вообще с детьми, и вы не знали, как вам быть. То есть либо ваша профессия стала не пользоваться спросом, у вас просто вы были погружены, и вот то, что вы получали, у меня вот идет информация деньги. То, что вы получали, это как вот пенсия, да, пенсия в России, и вы не знаете, как на нее жить. Возможно, вы обращались в какие-то органы, инстанции, и это ничего не помогало. В данный момент вы крутитесь как можете. И, в принципе, неплохо. Материальное положение у вас улучшилось. И вы ищете выход. Даже вы не знаете, кто, что, как, но вы связали свою жизнь с искусством. Я не могу сказать, что там большие деньги, но там ходят богатые люди. Вот так. Вам сейчас лучше, потому что вам хватает на чуть большее. Поэтому я сразу вам скажу, берите ритуалы денежные, которые я стала выставлять, и делайте, улучшайте свое материальное состояние. И все-таки ваше сердце, именно ваше сердце, оно точит камень за пазухой. Вы хотите отомстить. По-любому вы хотите отомстить. Эти ближайшие 2 дня. Я предлагаю вам просто пока на время забыть, заменить это чувство и то, где вы сейчас находитесь, индустрия красоты, да, что-то связанное с эстетикой, делать преображение из некрасивого человека, сделать красивым. Вы знаете, я хочу вам сказать, что вы можете отомстить, став счастливой, став где-то богатой. Но богатство, оно прикладывается со временем. У вас есть то, за что наказать. Может быть, даже врачей. Потому что здесь такие прям непомерные хлопоты, с которыми справится человек, только если у него есть помощь и поддержка. У вас в свое время не было этой помощи. И у вас было большое разочарование. Это разочарование упиралось в финансы. По-любому в финансы. Сейчас на хорошей линии вы. Но дальше. Смотрите, что дальше. Здесь, в будущем. Вы знаете, вы не здесь. Ну, здесь вот сюжет карты, да? Это вроде как легкий такой обман. Но вы не здесь, не здесь. Вы вот здесь. Как будто вы золотая лошадка. Дальше. Вы необычный человек. Вы будете такие качества проявлять свои, очень индивидуальные. Вы как, знаете, смотришь на вас, а от вас свет идет. И спокойствие. Кому-то нужно послушать медитацию, либо послушать какого-то доброго, мудрого человека. А вы самовосстанавливаетесь, во-первых, сами. И кто к вам придет, кто к вам заходит,
они настолько попадают в ваше окружение светящиеся, что они парят от вас. Они с легкостью от вас уходят. Складывается впечатление, что вы хоть и поднялись в социуме, как-то вот вы хорошо сейчас, да? Но складывается впечатление, что вы берете грязь от человека, и вы можете сами не замечать, но у вас какое-то есть проявление на физике, вот именно по физическому, что у вас что-то болит, или у вас что-то, беспокоит, вы думаете, что это у вас заболевание давно, а на самом деле это грязь, которую вы собираете от людей, и вы ее не можете счищать. Вот вам бы научиться этому. Вот как посмотрите этот расклад, если вас привлекла вот именно эта колода, этот расклад для вас. Что хочу вам сказать? По вашему вопросу, по мщению, вы сможете отомстить. Несмотря на то, что это было много лет назад, вы сможете отомстить. И человек вас, между прочим, не забыл. Не потому, что не забыл, что был влюблен. Нет, здесь другая ситуация. Здесь вообще может быть ситуация связана с каким-то государственным учреждением. Это даже может быть связано с больницей. Вот так. Здесь больницы нету. Но здесь есть карта суда. Кармический долг, который вы отдали, но все-таки в нем участвовали люди, которые вам доставили хлопоты. Да, все не просто так, но вот у вас здесь вам нужно вот эту вот злобу счистить и грамотно, несмотря на то, что столько лет прошло, вы успокоитесь, когда увидите, что эти люди не смогут навредить больше никому. Поэтому вот что вас хорошего ждет в течение 2 дней? Пожалуй, это освобождение. Вы поймете и понимаете теперь, почему у вас где-то что-то на теле там болит. Это влияние людей и влияние их грязи на вас. Это тоже карта многозначная. Она как раз показывает здоровье и силу. Итак. У вас происходит выход из этого коридора к летнему солнцестоянию. Если вы посмотрите этот расклад позже, то у вас уже начали происходить события, где ваши услуги какие-то будут намного дороже. Вы не в этой карте. Вы как бы за вот образ, где золотая лошадь, да? То есть люди договариваются где-то за дверью, чтобы к вам попасть. Эти, там, возможно, будут звонить, возможно, кто-то будет приходить. Это связано с вашей работой. Но ваше сердце, вы хотите отомстить. Это неплохо. Я не могу сказать, что вы простили, потому что у вас была очень большая потеря. Ну и если вы научитесь балансировать, да, не брать грязь чужого человека на себя, а вы уже своим присутствием это берете, то у вас будет исцеление, и вы быстрее придете к своей цели. Да, просто у вас есть общение с людьми, которые вас недостойны, которые к вам не должны попадать, приходить, но вы работаете с ними. Вам нужно, скорее всего, оставаться именно в той сфере, где вы сейчас, это сфера красоты, и оттуда расширяться и увеличивать также финансовый поток. И тут вам получится лучше, активнее сделать, и все равно также у вас будет шанс через своих людей припомнить этот случай и человеку напомнить, что он когда-то неправильно поступил. Ну, кстати, там был не один человек. И каждый из них, какая бы это была ни кармическая задача, каждый из них уже получает. Так что вы не просто так посмотрели.
этот расклад. Итак, у нас колода Николета Чиколи. Что было? Что сейчас? Что в будущем? Еще раз напоминаю, что в будущем в течение 2 дней. Так, смотрим. Ага, мои руки только видны. Так, у нас здесь карта Солнце, Королева Кубков и Девятка Кубков. Послушайте, если честно, вы кем-то воспользовались. Вы кем-то воспользовались, но вы думали, что вы тоже делаете добро. Но, тем не менее, вы потянули одеяло на себя. И я бы сказала, вот эту принцессу чаш вы потеряли. Потеряли. И потеряли благополучие в своей семье. У вас какой-то есть человек, женщина, с которой вы очень были близки. И она вас поддерживала во многих семейных вопросах. Так что вы стали меняться. Вы стали больше обращать только внимание на себя. Вы уже не подумали ни о ней, ни о том, что этого человека, может быть, вы не отблагодарили как-то. Может быть, вы слишком эгоистично себя повели. Но в этом разрыве одеяло на себя потянули вы. Это было. В данный момент, что у вас сейчас? В данный момент вы себя чувствуете опустошенной. Вы себя чувствуете просто наигранной. Вы не находите себе места. Кто вы, что вы. Как будто вы действительно чувствуете, что вы обезьянка переодетая. Да? Вот так вот. Эти карты читаются напрямую. У вас есть дети. Вы иногда не знаете, как с ними разговаривать. У вас нет такого вот этого опыта. Вы не находите себе места. И поэтому вы просто стараетесь, знаете, побыстрее что-то сделать то, что вы умеете делать, и отдалиться от них. То есть вы сейчас отдаляетесь от собственной семьи, если у вас есть муж, даже от мужа. Как-то вы некоторые вещи не можете назвать своими именами. Дальше. Посмотрим, что у вас будет. Не могу дверь открыть. Так, ладно, сейчас как-то открою дверь. Одну минуточку, я прервусь. Боже мой! Все. Упала. Не-не-не, я видео переснимать не буду.